приглашенные. Мы рады приветствовать вас в муниципальном отделе ЗАГС сегодня и поздравить с этим знаменательным событием в ваших семьях. Сегодня отмечается 50-летний юбилей вашей супружеской жизни. У каждого... Ивана к Женечке было, когда ему исполнилось 12, а ей всего лишь 8 лет. Они прошли из села Барбаровка Парижского района, они встретились не на молдавской земле, а в Амурской области, куда их семьи были высланы на поселение. Эта любовь была с первого взгляда. И длилась она до тех пор, пока они не расстались. В 1956 году семья Ивана вернулась в Молдавию, а вы еще на 2 лет остались там, на поселении. И вроде бы пути дорожки разошлись, и вроде бы все, но не тут-то было. Уже через годы молодой лейтенант Иван Чапа увидел Женю, и вспомнил ту Женечку, которая 16 лет назад через своего друга передал тайную записочку. Они заключили брак 28 июля 1964 года. И в будни, и в праздники, и в радости, и в горе, с тех пор вы вместе. Жизнь дарила вам не только солнечные дни, было и после, много пасмурного неба. И через все вы прошли. Алла, прошу вас. Насколько я знаю, познакомились вы летом 63-го года, да? После окончания медучилища вас направили в Новонянскую больницу. Вы думали там долго проработать. Но получилось так, что Ее Величество Судьба вас привела в село Булгака, потому что ждал там вас, ваш человек. Так вы написали в своей истории, ваш человек Сергей. Вы полюбили друг друга с первого взгляда. Встречались эта пара красиво, романтично. Не раз прибывал Нестор Сергей. Лишь для того, чтобы пронести загадочного острова, что посередине реки вкуснейшие необыкновенные яблоки. Таких яблок Елена больше никогда и нигде не ела. Можно я назову эти яблоки яблоками с вкусом внутри? Вы слышите, рубеж семейного долголетия вы еще не достигли, ведь 50 еще не осень, всего лишь бархатный сезон, так говорит поэт. Мы равняемся на вас, ну а вам, в свою очередь, стоит равняться на уважаемую семью Мельник. Прошу вас, они пожалуйста. Спасибо.
секретарь, уважаемые родственники, присутствующие спонсоры, все те, для кого не безразличны, очень волнующие сегодняшние события. Уже стало доброй традицией ежегодно, может быть, некогда и два раза в год отмечать золотых юбиляров наших бельчан. И, конечно, очень приятно, что сегодня не только поздравляем вас с 50-летием со дня свадьбы, но у нас есть пара, которая уже 60-летие со дня совместной жизни. Я думаю, что сегодня каждый, кто присутствует в этом зале, испытывает чувство огромного волнения, потому что, глядя на вас, нельзя не восхищаться вашей любовью друг к другу, вашей стойкостью, вашим мужеством, вашей преданностью друг к другу, потому что сегодня, к сожалению, мы говорим о той статистике, которая присутствует, почти каждая вторая семья молодая распадается. Очень важно, чтобы в нашем обществе были вы пример того, как нужно любить и ценить друг друга, потому что семья – это самое дорогое, что может быть в жизни человека. Его нужно беречь и можно сберечь только взаимной любовью, взаимными усилиями, взаимным уважением друг к другу. Жизнь прожить – это, говорят, не поле впереди. В жизни все бывало – и трудности, и веселые дни, и грустные. И когда есть поддержка друг друга, когда есть понимание, когда есть желание понять друг друга и поддержать, тогда можно гарантировать, что эта жизнь будет длинной и совместной. Вы являетесь примером именно такого отношения друг к другу и вообще к тому, что вы делаете в этой жизни. Поэтому низкий вам поклон, здоровья, счастья, благополучия. Спасибо, что вы есть, что вы являетесь примером для своих детей, для своих внуков. Я думаю, для всех горожан, для, собственно, для всего общества. Семья Кукош. Спасибо, что вы есть, что вы делаете. По тому же принципу, конверт. А вам тяжесть.